Да, потому что если передняя заблокируется, то это падение. Эй! Блять! Может, а вообще-то он может быть прав, потому что у него знак «Уступи дорогу» нету уже. Да, было, пока были знаки. Конечно, он скажет, да я собирался останавливаться, ну, блин, вы... А? А? Собакен? Осторожней. А вдруг ты подскользнешься? На этом... Ну? Что ты? На походу не улёгся? Нас по дороге, да? Хоть как? Тогда я вот так буду ехать. А ты это, не встал? Ты, наверное, не встал, надо было вот так вот делать. Покучим. Нет, я смотрел, там не так все оказывается, прям как кажется, такая скорость, а потом максимально 31 было. Что сзади? Давление? А, 9, нет. 9? Это так много там. Звезда какая-то черная. Ага, наверное, поэтому. Он весь такой, бывает. Матовый. Царапины, возможно, будут легко заметны. Да, я думаю, на грязь. Ну, в грязь тоже буду. Ну, в грязь, конечно, тоже буду видеть. Да, значит, надо видеть. 5 месяцев нет, году. Нет, ну, отражающие это поверхности. Ну, я, у меня 4 блестяшки есть, тряпочки. Я их нацепляю. Звоночек есть. Его не было вроде в комплекте. А? Нет, это фирма. Они, видимо, его доложили, потому что... Потому что у Никитки на каком-то велике тоже был. Ну не на эндуро точно. Звоночек на эндуро. Ну, надо его еще удобно повернуть, что. Обилка в тебе начинает. Поэтому он боком будет постоянно. Намного он неувереннее, наверное. Может, поэтому я тебе свой норка подарю? Да зачем мне его копить? Что я с ним буду делать? То же самое, что с этим. Но я с этим ничего не делаю. Нет, ты делать ничего не будешь, просто ездить так же будешь. А то придется тому комментатору на YouTube подарить. Подари, если не жалко. Вот я до сих пор думаю, жалко мне или нет подарить.
Да, ну когда я... Когда я спустил их совсем, то так тяжело оказалось ехать. Оно там прилипает, но... А но большие... План рас... такой? А? План. Чего? Кто? Маршрут, то есть, план. А, ну я думал туда ехать. Ну сейчас мы едем за шлемом. Может к реке спуститься, оттуда проехать. Как ты ночью делал? Да. Я думаю, не поменять ли мне вел. Хотя, думаю, там будет сложновато ехать на контрийнике. Так, туда повесим. А сравнение делаем, да? Когда твердо будет. Ну, направо. Направо. Пешком. Да, если... Ну, когда пустелка начнется, у тебя, наверное, под тёк вообще, нет? Ну, я когда снимал, когда я домой приехал, снимал, я там вода выливалась. А там я не чувствовал, конечно, такого. А еще я видео смотрел, оказывается, ты прям заезжаешь и едешь, пока... Да, пока оно не заглохнет совсем. Потом у тебя же... Уже сердце вскипает. Вот по такому снегу он застрянет, но можно 10 метров пропереть как-нибудь. Да, но я не знаю, может быть, если я сдую их совсем, может быть, оно будет ехать. Просто минимум 3 пси, кажется. 3? Да, ну, в общем, почти сдутые. И с 5 до 10 пси это где-то 20 качков надо сделать, чтобы накачать. То есть приемлемо, можно... В дороге менять давление туда-сюда. Возможно это 0,3 это четверть атмосферы как-то. Я не знаю, как оно, как колесо будет выглядеть вообще и что будет происходить. Но оно, наверное, будет жевать там вообще, чуть ли не жевать. Направо? Ну, вообще говоря, до этого велика я, получается, не мог зимой ездить даже. Вот такие вот кучки, и мне их надо было объезжать. Да, именно зимний. Но летом я не знаю даже где, куда на нем ехать, что. А, да. Крылья те, я не знаю, они вроде как для фэтбайка, но вдруг они на контрейник поставить. Их можно еще попытаться водрузить на этот, на фикс. Крылья эти. Посмотреть, а вдруг работает. Ай-яй-яй-яй-яй.
Я вначале... Да, я тут с третьего раза, наверное, поймал вот этот момент давления, когда уже нормально становится. И накат есть еще. И когда уже нет такой тряски. Они вообще не продавливают, его больше продавливают. Там столько воздуха. Ну вот, значит, можно еще спускать. Но я почувствовал, как он, как тяжело на нем ехать, если низкое давление. На выходные дождались. Тут еще про этот Q-фактор, про который я вообще не задумывался. Но я вообще ничего не ощущаю. Я вижу, как эти на шоссейниках ездят, и у них узко ноги стоят. А то, что здесь широко, я этого не замечаю. Еще вижу, как деды в валенках ездят, широко раскидывают ноги. Но... Вот это вот фокус. Ширина руля здесь, ширина руля на 7 сантиметров больше, чем на контринке, кажется. Нет, там такая же ширина, как на норке, оказывается. Да? Да. А здесь еще палка прямая. После аварии. Нет, палка прямая. Мне не совсем нравится. Ну я, меня это удивило, но я привык же, я ж человек, человек. А? Не-не-не. Ну вот, я сейчас попробую. Ну нет, я не мог и глядеть.
едет. Я вчера обхилы там, ну, с вот таким вот уклоном заезжал. Не, в смысле, по сырому. По сырому не знаю, как я уже. Пока не. Я не стану же читать отзывы. Там вообще. А где сырой сейчас найти? Нет, глубоковато. Сейчас я вот тут по. О! Не захлебнулся. Стряхнуло с дороги. А надо было разгоняться, что ли? Я думаю, вообще до тут доехать. Сейчас. Ну-ка. С давлением поэкспериментировать, что ли? С давлением поэкспериментировать. Насколько тяжелее. Ну, я, наверное, попробую сейчас. Мы никуда еще не улетим. У меня будет время накачать колеса снова. На глаз сдуть их. Потому что... Блин, зачем я упал? Сейчас намокну. Что ты хочешь? Попробовать низкое самое. Еще что ли? Это не низкое у меня сейчас, у меня 10, кажется. Хорош меня унижать. Я просто на низком самом не пробовал еще. Во, во, смотри. Это я еще хочу. За границами дозволенного сделаю. Я не стану мерить даже сколько там. Не, померь. Ты что думаешь? 4. Вот, какой 4? Не, да. Сейчас сдую первое переднее. А как потом ехать? Потом опять накачать придется, когда ты возьмешь шлем. А, ну что, шлем. Но ехать сейчас будет ужасно по прямой. Так, вначале проеду, потом померяю, наверное. Так, я туда вон... хотя бы спустись. Да, я... Дорогу набей. Тут вот. Собаки тоже хорошо там. Трачь, дорога была. Не слишком... Еще, может быть, надо сдуть.
Да шум. Нет, оно просело полностью. Сейчас, по-моему, появилась способность ехать без дороги. И все, обратно? Да, сейчас надо обратно попробовать. Тот же самый путь. Сейчас я без дороги попробую. Может, дорога скидывает? Она стряхивает в сторону. Вот тут лучше ехалось. Проехал меньше. Она стряхивает, говорю же. Если бы она была ровная там снизу. Так это не снег слежалый. Фу. Все, тут уже не поедешь. Теперь можешь посмотреть сзади, как колесо Ой. Формула не работает. Хочешь много катать? Покупай новый вел. Вот оно, когда щупаешь, сразу понятно, насколько. Тут все равно вот это вот сейчас на большем давлении наблюдается вот петляние заднего колеса, но
с контрийными навыками с этим легко справляешься. Да, просто... Ну, как бы тебе дают дел, который делает это лучше. Без опыта все равно не получится ездить. Опыт все равно нужен. Кто тормозит? У меня, смотри, вот эта штука, что сделала? Стояла на солнце, на балконе. И стала белой. Октября. Тут тропинки нету. Ой.
Еще две. Вот последняя. Сравниваем скорость или обороты, или передачи? Я о чем и говорил. Нереально. 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 Пошите из деревни. Не ряхну. Отсюда туда выйдет. По этой дороге, да? Да. И там налево? Ну, там, может, придется по сугробам. Ну, недалеко, 100 метров, я думаю, пройти можно. 100 метров это около 3 минут хода или 2. Впереди третий, здесь 3.6. Ну, я сбросил с 9 на 8, чтобы мощность была больше. Крутящий момент. Но это велик типа марафона, на нем эти рекорды скорости не стоит даже пытаться делать. Тут надо ехать. Ехать это самое. Но. Едет посередине, не сдвигается совсем. А если бы я был на машине, он бы сдвинулся, конечно. Или на мотоцикле, может быть. А можно показывать что-то непонятное, чтобы он не разобрал, показали ему фак или нет. Ну вот, большинство. Можно даже нарезку видео сделать. 10 сдвинулись, а один вот так издалека сигналил.
и показать этим автомобилистам. Я приблизился к этой стороне. Задетели. А потом сказать, да, что-нибудь там сказать, что они обычно говорят. Ты сам виноват. Да, он не спрыгнул в канаву. Так, на том вот повороте будет вроде. Нет, там есть дорога, точно знаю, но просто до нее есть ли дорога? Да вот тут пройти пешком и все. Нет, тут вон следы снегохода, например. Туда? Ну давай, это не кросс-кантри. Куда возвращаться? Тут идти-то до дороги. А, это снегоходная. Могу попробовать, наверное. Хотя, не обещаю. Это не наша. Вот она, давай по ней. Сейчас. Я пощупаю. У меня нормально тут. Не глубоко, наверное, идти-то. Видишь? Ну, а дальше дороги нет. Вон туда. На край надо к желтому дому? Ну да, у желтого дома примыкает она. Она есть там? Ну они же как-то живут. Вон гараж. Вон машина стоит. До машины точно дорога есть. Так, я буду идти в 5 метрах спереди, чтобы показывать все это. Тут еще разная глубина. Ну, само собой, если бы он еще настолько мало провалился с моим весом. Ну, ты можешь так, но туда надо идти. Я сейчас не хочу. Ну, туда же идем, в ту сторону, или мне тоже возвращаться? Я? Давай, кто туда первым? Знание и опыт мне подсказывают, что здесь ничего сложного не будет.
Есть. Знаю, что это. Ну, я вчера заметил горку, ну, городок близкого уровня к тому, что возле кинотеатра бывшего. На... Да, в Горном. А где это? Я слышал. Это на вот этой вот улице, когда ты едешь туда, и у тебя выбор направо свернуть на Баймакску или налево, вот налево свернешь там. Да. Да. И там есть. Да, и там вот такая площадка, огороженная сеткой, типа баскетбольной или что-то такого там. И вторая с вот этой горкой трубой такая, она не маленькая причем. Да. Надо оценить это. Ну тут есть тоже это петляние, но побаривается легко. Нет? Нет. А заводят собак в таком случае этих комнатных, которые в багаж не нужно сдавать. А то я слышал там крупных, ну, домашних животных в багаж надо сдавать в самолете, если они размер какой-то имеют. Ну, видимо, отделение для домашних животных там есть. Поставят вот так клетки впритык, собака, кошка, и пусть они там цапаются через клетку все 3 часа. Ну, а то как будто с ними сиделку посадят, чтобы она их кормила, успокаивала там как-то. Я же сказал, что там не будет. Ты сказал, надо проверить дорогу. Ну я просто не проверял. Тебе надо было самому проверить. Кто-то на лыжах катался. А я вот тут пешком через снег пробирался в том или в этом году. Было у меня такое. Это я с той стороны пробирался. Когда. Когда не так. После снегопада все дороги начинаются. Особенно после вчера. Сегодня что-то выходной никому не пробирал. Да, тяжелее, чем по асфальту на любом другом велике. Но, да, оно не мучает. И нет вот этих бросков таких, что нужно мощнее сейчас потянуть. Тут равномерно тянешь без повышения и понижения нагрузки. Да, и диапазон передач такой, что, ну, узкий. Так что я могу переключиться на 2 вверх и продолжать ехать с той же скоростью.
тем же крутящим моментом. Звезду прям идеально выбрал. Ну, я ее не выбирал там. Я 32 или 34 или 32. Стандартный. Я там смотрел, 32 и 34 на них бывает, но я не помню, какая у меня тут. 34 на сдвоенных обычно бывает. Значит, 32. 22. Есть 36, но они здесь. Для твоего брата. А где у него держится? Да ладно, вот. У Никиты сейчас не было. Да, вот эту дорогу у меня до заметала. Эй, собаки. Возьми себе, ты же говорил, что хочешь, чтобы 15 лет лаяло. У меня в тесте он лазит, дурман. Я жду, пока мой кот дохнет. В 9-м году взяли какие-то. О, Господи. Он не хочет поиграть. Дай его еще. Ну, хоть детям покинули такой. Мы для этого взяли молодого кота, чтобы, чтобы старшего не трогали. Начинают гоняться за котом, говорю, бегайте за черным только. Они белого оставляют в покое. Блин, еще возьмешь опять 15 лет. Да, но... Слишком долго было. Был бы контролировать. Кошки не такие же требовательные, как собаки. Кошке нужна еда, а собаке нужно внимание. Собаки злые. А кошка ничего не собрала. Он за неделю до дома оставит. Рамиль рассказывал, что да, так и делает, что кормит и на неделю оставляет кота. Ну, мы так вот. А мы каждый раз говорим, что нам надо за котами присматривать, чтобы... Не, ну да, там, не так вот, два раза в неделю. Ну, надолго, на 10 дней. За 10 дней точно вам приятно, 5 дней еще сколько дней? 6. Мы, кажется, были в 4 звезды или, в 3? Ну, по-моему, там надо брать какой-то, да, 3, 2 звезды. Да, ну, этого достаточно, потому что это не... Завтрак только, то есть ужин покупать. Это не та же система, что в Турции. Они по-другому меряются. Я так посмотрел, сразу, значит, не будете готовить пока. Да. В Турции единственное... формат отдыха это в отеле. Там в отеле должно быть все развлечения, чтобы человек не выходил оттуда, а все деньги оставлял только отелю. Да. А в этих местах это нам нужно было, но если мы вдвоем только ехали, нам был бы нужен только ночлег, даже без завтрака. Да. И это надо делать за границей. Ну так-то и здесь есть бассейн в этом. Не, нормально. Да, но они скажут, что бассейн не такой. Тут-то мы проедем. Да, тут машины проезжают. 4 года назад. 4 года. Гарантирую. О, налево, да? Налево? Да нет же на нем следов. Он потерял его, он вез. Туда? Пешком можно идти-то туда? Наверное, да.
что-то сегодня. Ненавижу тоска. Так, ну, я должен попробовать ехать. Меня в сторону. Тут надо разогнаться и равновесие поймать, чтобы начать ехать. Подальше. Есть! Есть! То есть ощущается, как будто это естественный и правильный образ жизни, что... Ну, так и есть, охотники уже были. Ну да. Да, но это не... 5000 лет назад. Да, но это не значит же, что они жили здорово и полезно. Это просто организм построен так, что он должен испытывать нагрузки, но не значит, что нагрузки пользу приносят. Эй, а что там дальше нет? Ну вот прямо. Прямо вниз по улице. Ой, блин! Напугал. Смотри на мысли. Так кинуло меня, пожалуйста, да? Ничего не появилось. Желе появилось просто в заднем колесе. Или порода такая. Если выезжать на асфальт, если... Да, если на асфальт, то лучше здесь. Потому что... Дальше.
сегодня должна идеальная погода была, но эти... Ладно, мысли про велики, про фотбайки. Ну, я думаю, мы сегодня съездим сюда или тот. Ну, у нас один свой есть, а второй, может быть, за 100 рублей в час. Нет, за то, что на своем катаемся. Бесплатно? Да. Да. А там ведь... Не... Нет, там не будет, по-моему. По-моему, тут треугольный квартал, да? Тут треугольный квартал, и оттуда выезд на дорогу будет. Вот ты попробуй, я отсидел. Ладно, попробую на следующем повороте. Ну там... Асфальт прохлаждает. Там прочищено. Скоростной путь построили. Thank you.
там снеговика построили. Тут накатано, я могу попробовать. Пойди. Ну да, похоже на. Сейчас. Может, ты справишься с дефицитом? Не, я вначале так попробую. Едет. Теперь это сбавлю. Да, сейчас. Надо сделать. Это как раз то место. Да, это место, где нужно это испытывать. Это же собаки, наверное. Так. А что там? Краша полпятого выйдет? Да. С Леней. Да, так получается. А Лене еле тянуть, он может. Я ему пытаюсь. Как бы это быстрее сдуть? Ключик вставить. А как мутация? Она без камерка, да? Камерная. Камерная? Вот здесь дырки, она пропускать будет. Нет, бескамерные эти обода бывают. Ну, но велосипед тут с камерами продается. Просто без камеры там надо хитрить. Слишком так. Много, да. Ладно, сейчас попробуем. Может, я лишнюю сдул? Что там? Ну, два, наверное. Сколько? Нет, четыре. Ты чё четыре? Ты сверху смотри. Я вижу четыре. Ладно, чуть-чуть надо добавить. Я... Да, да не, нормально. Ладно, ладно, нормально. Тяжело будет, наверное. Я же смог проехать здесь ночью. Можно погладить, да? Можно. Я должен и... Днём, тем более, по накатанной должен смочь проехать. Где тут? Добрый. Нормально, да? Как верно, масса. Вот так надо сдувать. Че? А это? Это больше. Но оно должно быть больше. Тут 5. 5, да. 5, 4,5. Сейчас. Вот еще. Нет, я боюсь. Разумно. Я, если что, там сдую. А вы сильнее накачиваете? Что, лучше будет? Нет, я сдуваю. А, ну да? Да. Вот на зелах это на других машинах не приходит. Сейчас. Вижу, только соски не повезут. Сейчас у меня сил хватит еще ехать. Да, до 0,5. Ну там блокировку, конечно, да, включаешь и проходишь. В атмосферах сейчас здесь 0,3. 0,3, 0,2. Нет, 0,2 это... На полтора же надо пси делить. Тут 0,3. 14 пси это одна атмосфера. Здесь сейчас... 3? 0,3 пси. Ой, 3 пси. 3 пси. Значит, здесь четверть атмосферы. 0,25. Ну что ж, попробуем. Первое, да? Ух.
Ну-ка. Фу. Тут еще разгоняться можно даже. Гонку устраивать. Я все силы отдам. Все, что было. На, попробуй тут. Шлем не понадобится. Шапка, перчатки не понадобятся. Здесь не так проваливается-то. На первую скинь сейчас, переключи на первую. Где там скидывание? Ну как обычно. Это не первое. Ну самая нижняя. Что, прям вообще едешь? Ну да, хорошо, попробуй. Давай.
Да, сейчас обратно подкачивать надо будет. Не, я ладно толкать буду. Я столько сил отдал, чтобы до сюда не знал. Это вообще бессмысленно. По снегу, ай, по следу снегохода труднее ехать, чем да, так. Да, вообще по снегу хоть чего. Я, наверное, для эксперимента сейчас еще сдую вообще. Хочу ощутить. По-моему, там есть еще. Ну, хотя едет, да. А я хочу попробовать ощутить разницу. Ну ты на руку просто проверяй. Да, да. Ладно, совсем не сошла со мной. Заметно. Да. Вообще легко стало. Или это место такое было просто? Ну-ка, там. Не посмотрел ты цены тюбинга?
цены не посмотрел? На что? На что у них есть? Тюбинг, наверное, 100 рублей в час. А, ну, блин. Но мы все-таки на деревянную горку съездим лучше. На парк аттракционов. Да, сюда далеко переть, а там еще тормозная площадка длинная, в 3 длины или в 4 длины. Грипсы? Вот. Ну, да, так. Вынос тормозной. Навесной получается. Может, из-за этого цена и складывается. Так бы он меньше был. Рама, вилка. И люди пешком сюда ходят кататься. А если вот ты там живешь? Ну, если вот там, да, то может быть. Никого. Можно, блин, обладать лошадиным кручением, лошадиным этим, чтобы ты тоже смог делать. Да. А можно просто кайфовать и ездить. Да, но вот, где все эти... Что? Нет, я докажу этим паразитам. Где эти? Направо? Нет? Да. Направо. Это... Я докажу. Вот эти даже не настоящие фэтбайки, у которых даже на шатун посмотришь, он сделан как и просто из гнутой железки. Они же тоже могут ехать, потому что у них просто покрышки те же самые. Но почему-то на них люди не ездят зимой. Ну, может быть, они просто ломаются так быстро, что до зимы не дотягивают. Может, люди просто не знают, что так можно. А, и оно не едет никак уже. Да? Он едва... Да, он вот в этих вот... Вот по такой дороге он петляет сильно. Ну вот там, конечно, сюро. Вышли, из юрты вышли, да? Чай бросили свой пить. Надо сейчас будет заранее налево повернуть, потому что там придется крюк иначе делать. Да. Колеса еще в 50 раз больше сделать, и можно будет по воде плавать. А это 48, это шестовар или нет? Да, есть такие. Что за накладка там? Туда еще шире? Туда. Нет, или еще есть. Следующий перекресток. Давай на спину. Ну, я думаю, те шире колеса было бы... Ну да, конечно, будет тяжелее крутить, но, может быть, фатально тяжелее. Есть. У них этот же Геркулес есть, более старшая модель.
Но может быть это для уже опытных, которые поняли, что это еще вины недостаточно. Недостаточно там, где проехать, но излишне там, где ты уже можешь ехать. Ну, давай, тут давай поворачивайся. Не совсем не ну и на этом бы я уже за хлебом не буду ездить летом. Хотя вот на фиксе с этой согнутой спиной груз вести, это тяжелее, чем на любом контрейнике. Арбуз. Арбуз я вез, у меня все время он на живот перекатывался. Перевесит, да? Ну тогда вам бы тебя удушил бы. Кайф, вот 27, идеально. Я понял. Наэкспериментировал тебя. Да, стоило только поэкспериментировать. Все дело в давлении. Все имеет давление. Как и на таком деле. Каждое покрытие требует своего подхода. Ну. Ой. Сюда ведь? Да. Да. Я дальше смог проехать. А? Я смог дальше проехать. Не въехал в горку. Я опять все истратил. Такой короткий отрезок, и я все. Не знаю, сколько пульс. Глаза уже на кровь наливали. А я в эти вечера, когда ездил, испытывал, как глаза снег по глазам бьет. По открытому глазу бьет снежинка. Так.
такой ценой. Че, нет? Все. Возвращаемся в центр. Четвертый час. Сколько времени? 15. Хочу вернуться сильно. Ну вот я вот так вот доезжал до дома вот примерно с такого расстояния, когда выдохся так. И там было среднее 13 км в час. Ветер какой? Не знаю, был ветер или нет. На этом же? Да, на этом, вот с этого места я ехал. И 13 км в час у меня было. Можно я сдохну, можно здесь мне остаться? Почему так сложно? У меня есть рюкзак, давай туда лишнее сложим. Лишнее чего? Шапку? Куртку, шапку. Застрял замок. А, замок сломался. Сейчас отдышусь. Не могу. Опять ботинок. Каждый раз, когда ездим. Причем не выглядит, что его выбросили. Его просто просрали. Просто. Все, я поджарился жестко. Ну, наверное, из тех, кто боится его. А никакого вируса на самом деле нет. Это все заговор корпораций, фармкомпаний. Ну вот, человек, который спутниковыми тарелками занимался, уехал. Вроде бы из-за этого. На самом деле, если копать любую такую историю, то там может выясняться, что давно хотели уехать, еще что-то. Подумали, что подходящий момент. Да и вообще, мне кажется, это уже должно вымирать. Это как от... Да, это как ADSL интернет. А у нас. Ну там же деревья там нет, наверное. Лучше деревья. О, на лыжах люди ездят. То есть я знал, что люди на лыжах ездят, я увидел впервые человека на лыжах. С лыжами, но не на лыжах. Там же, где бегуны. А, опять ходят, никто не ездит, а ходят просто, перебирают ногами. Это лучше, чем дома? Да. Это оживленная улица, кажется. А у нас есть проблема?
не знаю, там доедем, я пойму, где мы находимся. Церковь... Да. Тут надо как-то уметь садиться, когда уже упал. Фу. Вон горка есть. Вон левее, похоже. Да. К нему? Ну да. Действительно, велики делают эти. Двухподвес, фэтбайк с мотор-колесом. Что это? Вообще... Зачем? Для чего он нужен, непонятно. Почему бы просто два велика не сделать? Да, просто жесткий фэтбайк и нормальный контриник. Нет, надо в один велик запихать все, что было придумано когда-либо. Да, и это главное. И главное, это ведь делают какие-то известные фирмы такие велики. Не китайцы придумывают. У китайцев уже перенимают, наверное, это. Или китайцы в европейские компании ушли.
неожиданно. Он воткнулся, да? Ну, повело. Боком ехал, побежал он. Пришлось в поле бежать. У меня тоже было на нем такое, что я где-то начал скользить, и я такой заметил, что я ноги уже вот так, ну, начал скользить, и я уже вот так, оп, почти спрыгнул с него, но там все стабилизировалось, я обратно сел, я уже катапультировался почти. А там наверх, наверх я не смогу, наверное, закатить, конечно. Не-не-не, даже не стоит думать. Че, пешком прямо или? Так просто на дорогу ехать. А так можно было бы перейти. Ну, а мы моложе не становимся. Фу, собака так накакала, что ли? О! Собака! Ну не она, наверное, тут. Свиньи живут. Свиньи живут, говорю. И сразу можно подумать, что о людях речь. Свиньи, свиньи, что это? Поехать на горку посмотреть, наверное, раз близко оказались. Только давай по асфальту до горки доедем, посмотрим на нее. Ну, горка в парке аттракционов, как она сейчас выглядит. Чтоб не обламываться, приезжать сюда. Которая модная. Деревянная какая? Деревянная? Ну, там деревянная ледяная горка. Про аэропорт ты видишь? Нет, вот, справа, у колеса обозрения. А, тихо. Понял, это у меня
Ого. По льду нормально тормозит. Да, только нормальным путем, а не тараня стены. Маленькая горка. По такому льду катались там на речке ночью, отложили там кирпичей. Ты поехал за перчатками, еще большой круг сделал. Мы потом, когда вот с Дмитрием Борисовым ездили, мы тоже этот звук слышали. Там много рыбаков было, и этот звук всюду раздавался. То есть нормальное явление, бояться не стоит. Ночью без всякого и помощи, да, страшно. В общем, длинная горка вся во льду, но площадка на вылете всего, может, в две длины от всей горки. Ага,
А есть что дома? Что? Ты говоришь купить что-то. Может быть, есть? Я бы лучше дотерпел, конечно. Через дворы? Платные парковки поубирали во дворах. Они были, что ли? Да, вот тут забор был, сторожка. Потом возле мечети такая же фигня была. Ну, видимо, приняли какое-то правило местное или закон убрать это говно. Ну, они вроде бы безопасности не дают. Они просто ставишь машину, да, деньги даешь, а он вроде как не будет пускать на территорию кого-нибудь. Но в случае, если машина будет уничтожена, то никаких компенсаций не будет. То есть материальная ответственность, ну, на материальное хранение они не берут это. Там есть платные стоянки, а есть бесплатные стоянки. Куда ставить? Когда улетаешь, я поставил на платную. 200 рублей за сутки. 300. Ну, я там заплатил за весь срок 2000 с лишним. Не, магнит? Ну... В Уфе-то ладно, да. В Уфе нет выбора? Там на дороге оставили. Эвакуируют нас наиболее дорогую стоянку. Я больше не хотел тут выдыхать. Да, это... А я смог этот челлендж выдержать. Нет, ну прилетел, заправился кофе на заправке и 6 часов или 7 часов руля. А что, с Магнитогорска какие страны-то? А сейчас это... Ебибет и тут. На 30 тысяч дороже билет. На 35. Это пересадка, да? Нет, прямой. Откуда ЮТР начал летать? То есть я откуда начал летать, я понял, что теряет клиент. Ого. И на штраф там в горах они стоят. Штрафуют. Так страны какие? Все, что ли? Сейчас как? Через дворы до стадиона? Я не хочу по дороге. Ну, через дворы.
На 6 тысяч, говоришь, дороже. Это за семью? А какая страна? Турция. Ну, Турция, да, была. А еще? Короче, откуда начались? Отдельно вылетел. А то я смотрел. Начнется с лета, с сезона. Ну да, сезон. Рейсы в Магнитогорский аэропорт. Там было, по-моему, только... Да, там были прямые, но их всего было несколько, и то они потом исчезли. Да, и все, что рядом. Да. Не люди, а Москва узнала. Они все эти фирмы обязательно в Москве базируются, конечно. Ну, потому что, а смысл вот... Поэтому и не летали, и не А 6 дней, это не мало ли? Не знаю, мне вот выливать уже охота на 5 дней. 5 дней, это трудно. Ну, может, там делать нечего, но... Не, ну один день походил в эту машину. А, такие еще дела. Ездил в другой город, смотрел, крепости сраные. Сраные — это вот как у нас берешь какие-нибудь заброшенные места, вот там точно сраные будут. Вот. Ну да, да, красивые. Ну там все реставрировано для туристов, оно не натуральное, это как... Ну, издалека, это как силиконовые сиськи. Нет, получается. Главное, не ходи там. Да, ну, а то все видишь. Вот что у нас понял. А то начинаешь видеть эти следы подделки. Ну блин, через год уже вот. В полтора раза цены. За теплорых идет. Это что за классный? А это еловая, усадьба еловая, ведь тоже не дешевая, оказывается. Блин, я хотел на Новый год, на, ну, после Нового года в феврале ходить. А там сезон этого 7 тысяч тоже в день. Два дня 15. Вот эти вот все Путины приезжают, лично. Ага. Там надо. А я за 2600 50. За 2600 летом же поехать. Нет, вот по тебе, я говорю, первый мороз будет. Там делать нехрен было, там дождь и ехать. Ну я в дождь катался на велике там по лесу в одной футболке. Конечно, я потом. Потом я, конечно, заболел, но у меня выбора не было. Там лучше не за... погода, то есть это специальное место, где всегда снег или дождь. Там у них полно ведь домов, на которых висят телефоны, сдам, сдам, сдам. Вот как эти все номера найти? Приезжать туда, что ли, за этим? Пофоткать, да? Да, пофоткать нас до следующего года. Вот тут будет опять. На топ там. По этим съемным домикам вообще нет никаких. По съемным домикам вообще нет ведь никаких интернет этих рынков. Туда приезжать и ездить, что ли? Ну, получается,
Это не с детьми, не тогда надо. Да, это в любой день приезжаешь и начинаешь искать, и это первые два часа ищешь еще. Одиноким волком. Да, только так это работает. А так, наперед как-то узнавать, проверять, и на следующий год просто иметь в виду. Получается, это может приехать обычным образом, как в гостинице, да? Дороже, дешевле 1500 ничего не будет. Так разница-то все равно заметна. 7000-1500. Не, ну сейчас, зимой. Тем более в гостиницах, там ведь это, то есть количество людей за них платишь, а не только лишь за номер. А домик ты просто за домик платишь. Тебя же не будут спрашивать, а у вас там это, сколько у вас детей будет? Но домик это и готовь еду самостоять. Ну, не, вот то, что в банном ничего нет вообще. Сервиса нет никакого. Как да. Нету в этом, как его, баймаки. Срань. Да. Озеро есть, ничего нет больше. Да. Есть пиво и чипсы, и сдохни там. Да, ничего не... Ну, просто контингент вот это просит. Они не станут платить больших денег за что-то более изысканное. Поэтому одна кафешка, когда на обед закрывается на полдня. И там воды не набрать еще летом. Там газированную покупать, во флягу наливать. На велике там можно помирить. Да, я поэтому за водой поехал в Тубинский и не нашел ее там тоже. Ну. Да, да, и узнал, что местное такое правило, что верхние колонки без воды. Ну вот так вот. В смысле, чем, на горе? Да, на горе колонки воды. А, нет. Да, в верхних. Нет, в верхних колонках наоборот, что ли, вода была. Когда? Короче, от высоты. Не работает. От высоты. Чем ниже, тем больше должно быть. Да. Ну переименовали. Внутри все осталось так же. Хотя нет, там, по-моему, переместили один отдел. И тут еще что-то общение. Да, строили, строили, что-то зимой ускорили стройку. Да, зимой надо ходить все время застройки. Капец.